have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, мы возвращаемся в мир Кены. И пока мы тут думали, как идти дальше, я вот сейчас загрузился, и тут оказывается есть вещи, которые мы еще не прочистили. Давайте я буду потихонечку вспоминать управление вообще, как и что здесь делается, это все отдельно. Да не бей ты сейчас. Я хотел бы все прочистить, пожалуйста, ребят, давайте. Я, конечно, могу же пройти, но все же. Вот эта фишка с управлением мышью, я бы не сказал, что она прям очень удобная. Отлично. Вот это тоже разбей. Короче, да, пока что единственная жалоба у меня к этой игре, это то, что ее очень плохо приспособили под клавиатуру. Кто-то скажет, так играй на геймпаде, ну так, ребят, нет, это так не делается. Я уже много раз говорил, что на геймпаде играются определенные игры, эта игра не должна играться только на геймпаде, она должна быть и под клавиатуру, и под геймпад, и, к сожалению, на клавиатуре она оптимизирована далеко так себе. Мы косметику всего лишь получили. Хорошо. Отлично. Я не уверен, что я буду этим пользоваться. Но бонус так бонус. Хорошо. Все, что собирается, это все собирается. Супер. Теперь можем двинуть дальше. Так, теперь у нас карта... Да, карта у нас табом не вызывается. И табом она не закрывается. Спасибо, ладно. То есть, все те вещи, которым ты привык как игрок за многие годы, они такие сейчас говорят... Не, чувак, мы тут решили все сделать по-своему. Типа, иди в задницу. Осуждаем. На самом деле игра очень прикольная, она очень красивая, механики хорошие, но вот эта фишка, что все кнопки разбросаны просто в случайно рандомном порядке, ты тычешь одно, а оно оказывается другое. Нет, нет. Так, это я могу следы увидеть, да? В маске, напоминаю, что нельзя ходить, и анимация маски очень долгая. То есть, смотрите, нажимаю, опа, я не могу ходить. И сейчас нажимаю Т снять, пока она снимает маску, я опять не могу ходить. Капелечку огорчает. Куда эти следы пошли? Ну, круто, ну только что я их видел здесь, да? Сюда куда-то? Там что-то есть. Но пройти я туда не могу. Какой-то магический барьер, не барьер. Оп, погоди, а ты кто? Причем зумит еще так сильно, прям... Ладно, посмотрим, что нам тут предлагают. Бенни и Сая, где вы? Ну, это их брат старший. Сохранение прошло, не знаю, драка будет? Ты кто? Стой, 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 ты кто? Вот это выглядит как драка. Как какая-то большая, блин, драка. Так, ладно. Орешки. Видите там что-то, да? Интересно, посмотрим. Итак. А что ты грязная такая? Ну, дружище, что ты нам поведаешь? Мы частично видели его историю сейчас.
не сразу наступает хорошая погода. Таро! Выходи! Что случилось? Что ты видела, когда он делал маску Таро? Таро здесь, но он забыл, кто. Нам нужно найти три реликвии, чтобы помочь ему вспомнить. Лес такой огромный, как узнать, где нужно искать? Может быть, Русу нам поможет, и его дом вон там. Фига себе. Хорошо, поговорите. Поговорим. Блин, я постоянно таб клацаю. То есть, вон туда прохода сейчас нет. Где-то как раз он и откроется. Дверь запечатана. О. Она такая прыжками передвигается. Оп. Та чертов таб, ладно. Хорошо, получается, можем пойти сюда. У нас двойной прыжок, да? Да, двойной прыжок. А что за красная фигня? Погоди. Я понял, это потенциальный враг. Ёпарасоте! Перекат. Ай, не успел перекатиться. Надо мелкого усандалить. Опа. Я забыл, что у меня есть и молот, и большой удар, и все. На. Так куда ты нацелься на него? Его это... Оп! Ты ж елки! Минус. Супер. Получается, я здесь бы прошел, они все равно бы на меня напали, только из-за бревна. Ну, не в смысле, что бревно стало бы катализатором нашей драки. Нет, я не про то. Ого! Шечки. Я что-то думал, что карта пойдет сюда немножечко вниз, и она будет поменьше, она огромная. Это прикольно. Это прикольно, я рад, что так происходит. Больше простора для исследования, а тут что? Причем в маске всегда темно. Что тоже интересно. Ну, блин, ребят, ну вы сделали место. Зачем вы сделали место? Нельзя делать просто так места. Вы что, игрок сюда пришел. Игрок хочет награды за то, что он сюда пришел. Ой, ладно. Это... Да, нам сюда. Супер. Ну хорошо. Пойдемте посмотрим, что там по реликвиям. О, а это что? О, это фрукты. Опа, ребят, фаст. Собрали. Блин, до сих пор там с ними так возится, прикольно. Так, погодите, а как это было? Нет, это стрелять. О, ладно. Потом вспомню. Пока что вроде как в этом никакой острой необходимости нету, поэтому пойдем. Ну, кусок истории увидели, немножечко помахались, эх. Гора Русу. Русу-туристу. Облик уморали. Ну-ка. А, это у нас перемещалочка. Да, кстати, да-да-да-да-да, есть такая. У нас есть тут и тут. Все, супер. Fast Travel открыли. Он так быстро, ой, в смысле так медленно отходит от всего. Ты такой нажал, и проходит еще секунды три. Маску снял, и проходит еще пара секунд. И оно все такое медленное. Все такое... А, даже не знаю. А вы кто? А, вы, в смысле, вы кто? Вы пацаны. То есть, ладно. Дом, до дома Русу так далеко. Вон там, на самом вершине скал, можно различить охотничью вышку Русу. Ну да, я понял, что нам туда. А по дороге? Дорога у нас вокруг ведет. Ну хорошо, пойдем по дороге. Я не против.
Ладно, я вас понял. Спокойно туда не дойду. Это проход. Или это не проход? Не, она не цепляется. Там, где вот ты считаешь, что может зацепиться, но нет, она не цепляется. Хорошо, нам вон туда. Вот этих ребят отмудохать, и там хилочка есть. Минус. Спаун заруиним. Опа, минус. Нет! А, фу, нормально. Я думал, я легким ударом вообще не пробью. У вас еще спауны есть? Так, ребят. Да ладно тебе, дружище. Убил? Нет, не убил. Спасибо, хпшечка. Дальше. Ага, у него вот так и не сбивается, я тебя понял. Понятно. Опа! Перекати без... Ай, блин, у него две атаки, все, я понял. Ёлки. Лечимся. Я жадничаю. Я жадничаю, вот в чем проблема. Видите, две атаки. Да, я же нажал у ворот, фига ли ты дальше-то бьешь? Все, нормально. Ну, я две хилки на него потратил мелкие, вообще не проблема. А... У него иногда одна атака, иногда две атаки. И нужно не жадничать, нужно идти аккуратненько просто... Все это делать более аккуратно. Так, R, ну и сюда двигаем. Нет, погоди. Нет. Как? Shift. Это же на кнопку поставить, я так понимаю? Ну да. Что-то мне с этого... Да. Управление. О, это я подобрал себе новенького. Иди сюда, дружище. И так камнем сейчас его фудыщ сверху. Ладно, мне еще двоих. Еще двоих. И я в шоколаде. Ну, типа, у меня будет следующий уровень тлена. А это круто. Синий цветочек. Получается, идем дальше. Да, идем дальше. Вот эти большие ребята, они не сложные. Да, они сильные. Они со скольких там, с трех ударов убивают. Они сильные, но они не сложные, потому что они читаются. Одно из воспоминаний. Посмотрим, куда оно меня приведет. Ну-ка, 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 посмотрим. Надо на Т-шечку время от времени нажимать, но... Опять же, смущает та фишка, что очень медленно все, и не хочешь каждый раз нажимать. Потому что потом долго. Тут везде лисы, это все по тематике лис. Оба! Спасибо. Мне бы что-то стреляющее, если что. Я был бы не против, у нас же посох-то магический, я был бы не против какой-то стрельбы. Туда нам не надо. Это место, где мы файтились, да? Да, хорошо. О! Так. Он нам лампочки зажигает. Говорит, пойдем. Да ну залезь! Ну что ты делаешь? Меня прям выталкивает оттуда специально. Не то, что я не цепляюсь, я допрыгиваю, но при этом меня выталкивает. Круто. Так, надеть маску. Ну, давай посмотрим.
Смотри, лесная слеза. Она означает новый рост. Смерть всегда ведет к новому началу. Ну, так-то да. Вперед, ребят. Нам надо вот это расчистить. И вот это тоже. Еще желательно вот это. Все, нормально. А в ту сторону у нас ничего не было, да? Пойдемте посмотрим. Еще тут расчистить. Спасибо. Иди сюда. Блин, оно так туго все делается. Я не знаю. То есть нормальная чувствительность мыши у меня стоит для драки, для всего. Но вот этими штуками руководить, ох, как туго получается. Ну-ка. Я, грубо говоря, кучу денег получил, да? Хорошо. Надо бы как-то телепортнуться. Ну-ка, тут маски нету. Ну, в смысле, маска ничего не видит. Ладно, пойдем дальше. Музыкальное сопровождение здесь просто шикарнейшее. Да, туда меня не пускают. Хорошо, а куда мне? А, вот, вот этот поворот, понятно. Вот сюда. Да, что-то я тупанул. Опа! Спасибо. Это случайно не то место, куда я не мог запрыгнуть. Визуал и аудио здесь просто шикарнейшие. Я ничего не могу сказать. Гляньте, какая красота. Знаете, какую она мне игру напоминает? Кто играл Хоб? Там, ну понятно, что там графика не такая красивая, но атмосфера вот этой вот зелености и камней и всякое такое очень похожа. Зацепись, спасибо. Ну вот же! Вот же! Спасибо! Оп! Давайте, ребят! Крутяк! Кустик собрали! В общем, если проводишь комбо слабыми атаками до конца, то последнее... Что стряслось дом Русу? Деревья выглядят как-то не так. Пойдем дальше. Последняя атака из легких, она все-таки пробивает щиты. Это хорошо. Еще один. А сколько у нас? Ну, то есть я не против, конечно. Ну, прям фаст тревелов натыкано хорошо. Приятно хорошо. Блин, как тут классно. То есть, ну, я смотрю для того, чтобы понять, может, где-то какие-то секретики, но заодно на глаза попадается весь этот красивый мир. И ну, тут ничего не поделаешь, он красивый. Так, там дерево. А куда мне, кстати? Я бы вон... На самом деле туда бы, наверное, как-то попал, да? А туда можно попасть. Вон уступ. Вот. Я так подозреваю, что если я сюда сейчас стану, я скачусь, да? Да. Я правильно подозреваю. Поэтому нам вот сюда. Там что-то есть, смотрите. О,
фонарики везде. Но нет же ж! Ну ты, блин, серьезно, ну зацепись. Причем явно же долетаешь, но она все равно цепляется. Ногами проскальзывает и цепляется за уступ. Зацепись! Спасибо! Там вверх. Опа. Вот эта штучка немножечко, на мой взгляд, недоработана, потому что оно-то все такое. Как бы сказать, ну не то чтобы бесчувственное, но. Так, альт. Альт. Ну, паркур не вызывает того удовольствия. Не хочется такой прям оп-оп-оп прыгать. Оно такое все. Боевка нормальная. Эксплоринг нормальный. А вот паркур, по-моему, очень даже лишний здесь. Ну, не то чтобы лишний. Нет, он не лишний. Это все выглядит красиво, это все выглядит классно. Он плохо ощущается. К сожалению. Так, можно туда, а можно туда. Что мы получим тут? Или это правильный маршрут? Блин. Нет, знаете, мне кажется, что мне сюда, потому что я видел, я сейчас схожу на другую. Оу, посмотрите на это. Я хочу туда попасть. Ты же маленькая, ты же протиснешься. Ну что ты как это в самом-то деле? Прикиньте, я бы сейчас нажал бы Alt и сделал бы перекат в пропасть. Это было бы весело. Нет. То есть все-таки сюда бонус. Мне казалось, что сюда будет основной проход, но нет. Взаимодействовать. Почта духов. Доставьте почту. А это случайно не карта? Найдите Русу, духи, Таро. А, 4 их будет, я понял. Улучшение. У меня улучшение. Нет, у меня 275, я могу качать. Могу это качнуть. Могу это качнуть. Доступно улучшение. С разбегу, да? Произвести мощную атаку ударом сверху вниз. Кстати, давайте попробуем. Не знаю, есть пока что. Вот этот молот, он у меня удерживаете и нажмите. Ну вот, не знаю, пока что он у меня получился там 1-2 раза, но. Ладно. Почта духов. Мне кажется, что я знаю, куда это. Как мне. А, тут сказано, что тут можно найти. Храм цветов 3, шляп 6. Тлен 1 из 13. Почта духов 1 найдена. Проклятые сундуки. Не знаю таких. Да, не то. Идем. Хорошо. Да ну. Ай, блин, вот серьезно, оно все с такой микрозадержкой, а где-то и не микро, с просто задержкой идет, но из-за этого раздражает. Я даже не могу. То есть, придираться к такому, наверное, глупо, но ты такой играешь, ну не надо, ну хватит. Так, так. Вот, это то место, которое я видел, это туда, куда мне, собственно, нужно. Отлично. Почту, я думаю, это мне дальше нужно будет это доставить, или же это то место. Да успокойся ты.
Куда я до этого хотел зав... А, вот туда мне. Все, отлично. Ладно, с почтой разберемся потом. Меня немножко не устраивает, что я не могу переключиться на, собственно, эту самую почту. У меня есть найти Русу. И все. А как мне переключиться на побочки, на вот ту самую почту? Ладно. Если сейчас слишком долго на эту тему заморачиваться, то можно испортить себе настроение. Этого мы не хотим. Вот она! Да, вы же сюда как-то тоже добрались. Мост разрушен. Может быть, Леныш нам помогут. Помогут, конечно. Погоди. Они-то, конечно, это долго не продержат. Но мне нужно сюда. Я здесь еще не был. А вот, собственно, это выглядит как проклятый сундук. Но тут их два. Спасибо. Хавайте, ребят. Итак, что вы мне тут предложите? Враги 4. Просто напором берем. До свидания. Окей, это такой тренировочный проклятый сундук. Тут всего лишь 4 врага было и... Оба. Что я получаю? Птичье гнездо. Это всего лишь... Это, блин, это всего лишь косметика. Не знаю. Не хочу ли я напрягаться из-за косметики. То есть такой проклятый сундук, это, конечно, хорошо. Дополнительные испытания тоже хорошо. Если в какой-то момент будет такая штука, что мне я не смогу пройти проклятый сундук, то, наверное, я бы забил на него, честно. Давайте, тяните, ребят. Если меня не будет сносить вот так вот, то будет вообще хорошо. Это было сейчас неприятно. Ладно. Все, ко мне. Итак. Мешок совсем крохотный, наверное, он принадлежит какому-то ребенку. Женщины тоже часто ходят с крохотными сумочками. Че, драка? Да, здесь очень сильная порча, должно быть недалеко есть религия, мне надо найти другой путь. Вон там драка, да, это я вижу. Т. Лес стал слишком опасным, Таро. Сейчас безопаснее всего быть в деревне. Поспеши, ты еще успеешь вернуться туда за закатом. Я приду с тобой, когда моя работа здесь будет окончена. А вот это не наш главный босс, который... О, перемещалка. Перемещалку я активирую. Они, кстати, примерно на одинаковом расстоянии друг от друга находятся. Это тоже хорошо. Нет какого-то разрыва страшного. Так. Вот тут какое-то интересное местечко. Хорошо, возможно, мы сюда потом вернемся, когда порча уйдет. На порчу наступать, если что, будет больно, да? Да. Теперь мы можем пойти вон туда, мы можем пойти подраться. Сейчас мы глянем быстренько, что здесь. Да, надо идти сначала снимать порчу, потом все, типа, наладится. Наверное, я думаю. Пойдем подеремся. Мне надо спаун убить. Там мелочь. Отвалите.
Их, по крайней мере... Воу-воу-воу-воу-воу! Валите. Этого я не могу пока что, не могу. Да ну... Блин, вы издеваетесь! Так я тупанул, согласен. Эту драку я уже не выиграю. У меня нет хпшки. Разорвали. Супер. Это не могу пока что, да? Мне нужно... У маленьких я могу прервать атаку, у больших нет. Дайте хилку. Все? А, да, все. Я уже думал, что я эту драку не выиграю. Хорошо, куда этот камень? Сюда, что ли? Да, тащите, ребят, тащите, нужен. Отпустить объект. Только один загорается. А где? А, я понял. Нет, не понял. Я думал, мне понадобится... Я думал, что вот это все поуходит, во-первых. А во-вторых... Ладно, сейчас. Возможно, есть еще одно место, куда мне нужно. Кстати, что мне маска говорит? Кнопка. Кнопка, это я понимаю, что кнопка. Да сними. За водопадами вряд ли что-то есть. Загорается только одна. В чем прикол? Есть камень. А, его вставить туда нужно, что ли? Ну-ка. Да вроде нет, он сюда не вставляется. А как тогда? И на кнопку он не нажимает, что самое интересное. Видите? На кнопку нажимаю только я. Погодите, это какая-то... глупость, если что. А как тогда? Кнопка одна. Смотрите, я нажимаю, там включаются два кристалла. Я могу... А, стоп. Я понял, по-моему. Сейчас. Это вот не совсем очевидно. Ну-ка, сюда его отнесите. Да. Этот камень не для веса, этот камень просто кристалл, переходничок. Через него нужно передавать электричество было. Уаба! Видите, допрыгнул, но я все равно столкнул так, что она приземлилась. И схватилась руками. Ну, то есть, не знаю, почему так происходит. Мне тут свистнуть? Свеситься, в смысле? Нет. Тогда чего ты от меня хочешь?
Ясно, понятно. Свет зажигать. По шахтам пойдем прогуляемся. Опа! Ого! Это доска, я на нее случайно такой... Ага, еще одна аренка. Ну хорошо, давайте посмотрим. И какая-то слизь. Ёлки! Кривопень, ты чё? Босс? Каппа. Каппа демон, что ли? Ладно. Хватит шуток про Dark Souls в игре. О! В которой не Dark Souls. Так, тут есть хилка, да? Ага. Много хочешь, чувак. Ёлки! А как? Да ты нормальный, я тут к нему подхожу, он моментально мне прописывает. А как я должен... Я же стрелять не умею, по-моему, да? Это хилка? Да, это хилка, которую я использовал. Я молодец. Ну, Чё, яйцо? Что его нужно большими, в смысле, тяжелыми ударами валить? Один большой удар до него дотягивается. Потом бьешь мелочь. Ну так-то, в принципе, норм. Да, надо не жадничать, я делаю два удара. По одному тяжелому удару. И норм. Хорошо, хорошо, нормально. Он... Это несложный дядька, где ты? Так нечестно, я там до тебя не достану. Ты вообще нормальный там, нет? Ай! Говна кусок. Все, иди сюда. Да ну ты офигел! Неплохо. Мелочь, свали. Я зря подлечился. Да ёлки, больно же! Последняя хпшка. Блин, обидно. Я сейчас продую. А он взял, короче. Блин, трусливое говно. Ну и все, да, приехали. Ладно, все, я понял, как с ним бороться. Это вообще не сложно. Иди сюда. Вот эта фаза посередине, от которой просто надо уворачиваться, это обидно. Хилку не надо было тратить. Да пропусти ты уже. Его чисто большими ударами надо гасить. Пенек. Второй удар это зря. Второй удар абсолютнейше зря идет. Все равно он этой волной меня как-то задевает. Ай, блин. Да какой прыжок? Я мимо кнопки промазал. Вот это сейчас было глупо с моей стороны. Так, хилку. Спасибо. Пропускаем его атаку, наносим свою атаку, и все, и он склеивается. Это медленно, но это работает.
Прикинь, сбил мне атаку. Ну вот, что за человек? Ну, конечно, не человек. И сразу закопался. Ну, кидай свое говно. На. Отхавывай атаку и вали отсюда. Это медленно. Он просто нудный, этот босс. Он не сложный, он нудный. Да блин, иди ты в задницу, слушай. Я забыл про твою истерику на пол хпшки. Все, свалил. Давай своих постарше, которые... Козлодуев! Так, этих ребят заспамливаем. Дерьма, кусок все равно задел меня этой фигней. Где ты? Кидай. На. Посмотрим, что он в конце для нас приготовит. Держи. Кидай. Держи. Нафиг тебя. Да ну куда ты прячешься-то сразу? А-а-а, дрыщем. Дрыщем, дружище, да? Страшненько. Не тупой уже, спускайся. Блин. Эта штука взрывается. Я думал, что я смогу... Да хорош! Он прям по мне кидает. Ну вылазь уже. Капа-демон, блин. Кидай. Кидай. Надеюсь, не будет сейчас какой-то финальной подлости в конце. Кидай. По нему один удар остался, по сути. Кидай. Слейся нафиг. Вайп. Ну, он, я же говорю, он не сложный, он нудный. Он просто нудный. Ах. Не хватает? А. Воу. Тут у нас... Маска, кстати, одеть не могу. А, это лифт. Опа, а вот это симпатично, кстати. Кена, вот это и, думаю, мы нашли Русу. Крутяк. Ну, к Русу мы тогда уже с вами, ребятушки, пойдем, получается, в следующей серии, потому что, ну, у нас вроде все было. Был босс-файт, было и приключения, и паркур, и секретики понаходили. Поэтому будем заканчивать. Спасибо, что были с нами, ребятушки. Увидимся в следующей серии. Всем удачи, добра, бобра, всем молодчик, и всем покеда.